В регионе зарегистрировано 74 факта нарушения правил рыболовства. На территории Атырауской области проводится осенний этап оперативно-профилактического мероприятия в игре 2022. За 10 дней мероприятия задержано 77 правонарушителей, связанных с оборотом незаконных рыбных запасов. У них изъято 199 килограмм рыбы. К административной ответственности по статье 383 Республики Казахстан привлечено 74 человека. Из них в отношении одного лица документы направлены в суд. Осенний период оперативно-профилактического мероприятия «Бикре-2022» продолжается до конца этого месяца. Всего во время оперативно-профилактического мероприятия «Бикре-2022», проходящем на территории области, зарегистрировано 77 правонарушений. Из них 74 факта зафиксированы с нарушением правил рыболовства и 3 факта незаконных перевозок и вывоза рыбной продукции. Оперативно-профилактическое мероприятие «Бикре-2022» продлится до конца текущего месяца.